Привет всем моим подписчикам, гостям канала. Сегодня 7 марта. Я уже выгрузился в Портленде сегодня утром. Ну и еду на загрузку. Сегодня суббота. Грузиться я буду в понедельник аж утром. То есть придется где-то там приткнуться, ну и постоять. Сегодня, завтра день, ночь. Сегодня ночь, но очень простой будет такой, серьезный у меня. Ну и, наверное, так и загружусь. Еду я по 38-й дороге какой-то, хайвейчик тут. Я его вам покажу. Я никогда по этой дороге еще не ездил. Ну, все ж дороги не проедешь за всю жизнь тут. Дорожка в лесу. Ну, пока так все хорошо. Сейчас через 2,5 мили свернем на какой-то там 38-й Вест. Ну да, мы что, на запад едем. Красиво тут. Все время дождик идет такой меленький. Снега, правда, не было. Ну, за машиной пылит. Ограничение скорости 55 миль в час. Ну, примерно так и едем. А может, даже и меньше. Торопиться некуда. Мне туда езды показывает 1,5 часа до места. Время у меня на доезд есть. Тут даже люди живут, какие-то бизнесы брошенные. Ну, обычная жизнь такая. Встречаются тут домики. О, все за Трампа в этом году будут голосовать. Ограничение скорости 40. Город называется Drain. Welcome to Drain. Где сам город? Что-то не видать. А впереди еще будет. Ну да ладно. Этот городишко. Сейчас будем сворачивать направо куда-то. Ага, вон где машина выехала. Вот туда нам. Вот такой вот American City. Turn right. Серьезно, движуха. Нам прямо. Вот туда, к черту. Матрас повез какой-то. Мы за ним. Ну вот и весь город, собственно, и закончился. Какая тут дорожка узенькая. Дождик идет. 55 дали скорость, но тут фиг поедешь такой скоростью на траке. Дождик усилился, пришлось дворники включить. Ну, едем.
вот такое вот кино сегодня у нас. Где они находят такие места, куда вот так тяжело доезжать? Наверное, на досках объявлений. Иначе где еще взять груз? Грузов-то нет, потому берут то, что есть. Ехать я буду на Стоктон, в Калифорнию. Еще какой-то поселочек маленький тут. Дай бога туда в ямку колесом. Сразу на боку будешь. Ну, покатились. Никакой обочины нет. Ограничителей нет. Поэтому аккуратно. Деревья в какой-то коросте вообще, в какой-то гадости вся облеплена. Страшно смотреть. Это болезнь какая-то, не иначе. Но выглядят, конечно, и ужасно. Если на них листья, я не знаю. Ну вот такое вот. Вот это тут еще люди живут. Боже мой, что тут жить? Что тут делать? Это вот да. Очень лесистый штат. Поехали потихоньку. Скорость примерно вот такая. Тоже 38-й хайвей. Ехать еще мне 40 миль по нему и буду сворачивать на 101-й хайвей. И уже по этому 101-му хайвею доберусь до города назначения. Как же он там называют? Ну, в общем, какая-то... Потом скажу. Не помню даже, куда я еду. Едем куда-то. Проезжать туннель. Еще и свет требует. Ну, включили. Значит, ехать будем мы на город. Кузбей называется. Вот он и Кузбей. Никогда там не был. Узнаю. Так, пробили горку. Покатились далее. О, хорошо, хоть обгонные линии тут поделали. А вот так вот едет медленный трак. И что тут делать? Вот двойная линия. Вроде бы нельзя пересекать. Но они, конечно, пересекают. Они нарушают и довольно-таки частенько.
Ну, а бунная линия – это хорошо. Медленно движущиеся вправо, все остальные объехали. Ну, карманов тут что-то я не встречал таких. Turnout называются. Ну, нету, да и нету. Пока нету. Вот так. Держаться правее. Ну, и держимся. Дождик вроде перестал. Покатились. Ох, цветов сколько. Нарциссы. Вообще цветут и белые, и желтые, и, в общем, красиво. Налево пошла 138-я дорога, а мы по 38-й прямо. Ограничение скорости 30. И счетчик даже есть, показывает. Валик, ты не прав. О, прав. Вот так и едем. Потихоньку. Вот так. Сейчас будет и 45 нам. Ну, поехали. Так, едем. Ничего нам не мигает, можно 45. И жить, а чё же нет? Вот даже виноградом кто-то занимается. Виноградом растет, наверное. О, 55. О, нарциссов сколько. Покатились. Обгонная линия через полмили. Кому надо, тот объедет. Вот уже и солнышко показалось. Только что был дождь. Вот дорога вся мокрая. Уже солнце сияет. Сейчас будет крутой поворот. Судя по карте. Ну вот он. Надеюсь, впишемся. Скорость маленькая. Вот там. Даже значок там повесили. Рекомендованная скорость. Да, красотень тут. Вот это надо было вот так вот. Такие загогулины. Бараны, овцы, в общем, все, кто ест траву, те тут. Ну, а мы прямо, пока прямо. Ну, вот такая тут еще картинка. Кстати, тут какая-то речка слева. Движение. А ехать еще. Ого-го. Аж 56 миль. Так вот это вот эти вот. Вот эти вот. Супер. Зеленая травка. Гуляй себе. Правда, всю жизнь с опущенной головой. Классный лужок, что я говорю. Так, ну едем. 23 мили до 101 дороги.
потемнело сразу. Солнце за тучку зашло. В общем, по вот такому вот дерьму приходится ездить. Не только по фривеям. Опять дождик пошел. Да и густой. Ох, как красиво дерево цветет, а? Вообще, розы. Ничего нету, живут от этого, вот это. Я думаю, они иначе, как от налоговой прячутся в этой глуши. Иначе чего тут жить? Хотя налоговая все дороги знает, может подъехать даже по такой плохой дороге. Значит, что-то знают. Едем потихоньку. Я уже на 101-м хайвее. Ехать мне осталось 25 миль. Ну, примерно так. Полчасика. Тут ограничение скорости 55. Ну вот потому так и будем мы ехать. Сейчас будет обводная линия. Тут Юхогун. Солнышко опять показалось. Ну все хорошо. Дорога сухая. Какой-то населенный пункт. Станем валик вот так вот сюда. Ну и поехали. Маленькие такие поселочки тут. Несколько домиков. Вот, против солнца нифига ничего не видно будет. Сори. В общем, я почти доехал. Осталось где-то 3,5 мили. На карте вон он. Кузбей. И там вроде так все показывает. Сейчас доеду, покажу, где я стану, в каком мусорнике буду стоять двое суток почти. И этот поселок Кузбей. Welcome to Кузбей. Население 16615 человек. Ну, так было на табличке написано. Какая-то хрень произошла впереди. Там все мигает. Тут вообще столбняк. Что-то случилось. Вот такое вот. Все тут обмашинено. Так, будем ждать. Непонятно, что тут произошло, но в общем все в мигалках. Кому-то плохо видно. И полиция, и милиция, и пожарка. В общем, все на свете. Ждем, пока позеленеет. 1,5 мили. Ну вот, ребята, я и приехал. А тут какая-то будка, блин. Ох, здоровая, большая. Короче, все закрыто. И буду ждать я тут до понедельника, до утра. Вот так вот. Ну, рестарт мы сделаем. Остановился я в 4:45 почти. Потратил на доезд 2 часа, ну и грубо 20 минут.
Так вот и проходят наши дни. Непонятно где, непонятно в чем, но проходят. Спасибо всем, кто пробыл тут со мной сегодня. Увидимся в понедельник, наверное. А заняться мне есть чем. Мне надо готовиться к экзаменам, пересдавать на права. Ну, то есть обновлять права. Нужно полностью все будет сдавать. Зрение. Ну и knowledge test. Вот такие дела, малята. Всем бай.